Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Ярик, Енот, очень много подписчиков, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем очень крутую игру Among Us. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. У нас по сюжетке что? Два убийцы и очень много заданий. Да. Начинаем. Да. Меньше текста, больше выполняем заданий. Сережа. Да. Как у тебя дела? Потихоньку, помаленьку, все. А что надо делать? Вот, выполняю задание. Ой, нам свет вырубили, Димас. Я тут бегу от одного человека, потому что, ну, какой-то странный уровень. Потому что. О, приветик. Привет, Бэтмен. Ой, короче, Димас, привет. Знаешь что, чтобы здесь, тут можно общаться, главное, что здесь фишка. Не говорить никакого никнейма, ничего, ни одного имя не говорить. Просто ходишь, вроде, даже если что-то происходит, никнейм не говорить. Да, можно, Сережа? Говорить? Да. Додзи. Серега, отойди, я хочу с тобой пройтись. А я тут это выполняю задание. А. Отвлекаешь. Не, я же профи. А я тут бегаю, проводку чиню. Опа, что, уже кого-то замочили? Уже? Так быстро, молодцы ребята. 5 баллов по 12-бальной шкале. Так, кто видел, где это происходит, и Осик, Дима. Короче, я думаю, что это, знаете кто? Я? Кто? Это стаканчик. Согласен. Это стаканчик. Я думаю, это Серега. Я думаю, это все-таки либо стаканчик, либо твой друг. Так, проверяем. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, кто же убийца? Стаканчик, мне тебе очень жалко. Обидно, знаете, что я сегодня убийца. Вы офигели. Улетел. Воу, я отвечаю, это просто, ну, интуиция, не более. Всё, значит, от фонаря. Выиграем. Так, отлично. Стаканчик, я не знаю, как ты спалился, но каким-то образом ты спалился. Это рандом. Да какой рандом? Ты видел себя в зеркало? Вылитый убийца. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И вы видите, на канале начинает выходить очень много разных игр. Так что давайте добьем до миллиона. Кстати, Серега, осталось меньше 15 тысяч. Да. Затем загуляем, Димас. Загуляем. Почему меня Енот подозревал, что я убийца? Я вообще не знаю. Ты других спроси. Я тебя от фонаря. А я знаю теперь, кто убийца. Я догадался. Ну конечно. Ты хоть бы этот не сильно палился. Да, я. А я думаю, что за просто... дверь закрылась. Ага. Да. Ты странный человек, я тебе скажу, но палевный. Я в тебя верю, ты сможешь. Нет. Меня убили. О, Ярик, мне тебя очень жалко. Ого, уже троих нету. Кто-то в люк, это один я не увидел. Один импостер, короче. Кто-то прыгнул в люк, я не увидел, сразу был свет выключен. Так а кто же это? Это я не знаю, я увидел закрытый люк. Енот. Это енот. Это енот. Да. Нет, это скорее всего твой друг. Я говорю, я захожу. Это твой друг, скорее всего. Закрывается сразу люк верхний. Короче, я думаю, что это твой друг. Я думаю, что это енот, потому что... Ну, потому что я так думаю. У меня интуиция подсказывает, что это он. Ну, смотри, Димас, если это не твой друг, значит, это енот. Если не енот, либо Пусик, либо я. А может, это ты... Нет, это енот. Если вы сейчас выбросите твой друг, а потом... И если вы не успеете... А мертвые молчат. Мертвые, молчи. Пусик, голосуй давай, чё стоишь? Люблю эту игру, то что здесь голосование очень интересно происходит. Так. Вообще я хочу сказать последнее слово. Я почти доделал задание, и тут меня убили. Ну енот. А прикол, прикол, если это не енот. Блин, ну обидно, если это он. Ну победитель. Обидно. Да как я угадал? Я перепутал кнопку. Я кнопку перепутал. А как кнопку ты перепутал? В люк. Ой, меня выкинуло. Перепутал кнопку люка и репорта. На телефоне там по-другому чуть-чуть. Короче, я увидел, как ты зашел туда, куда ты не должен был заходить. Вот поэтому ты и спалился. Как ты увидел, если свет был выключен?
Да я не знаю, значит тебе показалось. Всего лишь нация. Да ну ладно, что ты, прикольно получается. Блин, да как я угадал? Я честно, вот даже сейчас сижу и думаю, каким образом? Просто наугад, просто настолько вот... Знаете, как, какой цвет? Оранжево-фиолетовый, правильно. Нас будет 9, да, человек? О, класс, я не убийца. А на самом деле окажется импост. Нет, я никогда компостером не... Я не хочу компостером бить. Быстро будь компостером. А я стреляю. Почему? В людей. Потому что я сильный. Так, мне так стрёмно ходить, когда один человек хочет за мной идти. А вот и наверное я. О, свет отключили, молодцы. От света выйдет, а света нету дома. Пойдёмте все вместе. Пошли. Серёга, а ты где? А я тут это данные считываю. Weapons my table. Не надо всем света чинить. Кто-то один пускай идет. Потому что если будет много, то ты можешь убить, и никто не узнает. Ага, это было не так не тупо, не вообще. Не да, я даже догадываюсь, пацаны вообще молодцы. Не, вы уже проголосовали, я скажу, что вы правильно, вы угадали. Серега, как ты узнал, что это он? Не знаю, чисто от фонаря, прикол. Ты что гонишь? Ты, не надо мои эти, мои дары использовать в играх. Это некрасиво. Так, а я буду задание выполнять, че бы и нет. Буду вам помогать. Нет, я чисто от фонаря, серьезно. Не, серьезно, как? Да. Я сам... Это Серега, люди, Серега, он выражал свет, отец. Это не я, больной. А чего на Серегу наезжаете? Это не я. Да, да, это не я, блин. Я не трогал свет специально, я видел просто... Не ври, не ври, сам, блин, трогал. Хочешь, выкидывай, я не знаю ничего, выкидывай. Это Серега, мне кажется, он... Это не я, блин. Блин, вы сейчас Серегу зря выкинете. Вот смотрите, сейчас проголосуйте за меня, окажусь не я. А что делать, если это ты? А, не, не. Серега, мне тебе искренне жаль, прощай, убийца. Нет, никто. Серега, мочи дальше всех. Все, пойду всех убивать опять. А я, короче, буду за Серегой наблюдать. Фу, ё-моё, да почините это говно. Серега, я прям возле тебя призраком летаю, ты меня не видишь? Нет. Ого, я могу вылететь. За космос могу вылететь. Так, буду наблюдать за Сережкой. Ну ничего говорить не буду, что ты делаешь. Прикинь, меня вот так выкинут просто, я окажусь... Представь, обидно, да, вот так вот? Просто обидка. Кто хочет идти сейчас в медпункт, я буду сканироваться. А я когда выполняю за призрака, вам добавляются эти кабаки? Да, да, да. Добавляются. Выполняй лучше, Димас. Не, Серега, я хочу за тобой наблюдать. Вот я сканирую в пункте, кто хочет приходить. Я Сережку потерял. Сережка. Вот. А что ты никого не мочишь? Да потому что у меня кулдаун, блин. Это твой друг, это твой друг. Он убил меня Ярика. Я так и знал. Ты меня убил Ярика. То, ну это кончено. И он просто вылезает из Ярика. Все, голосуйте за него, все. Проголосовали и все. И пусть улетает в космос. Если это он. Если это не он, это енот, ребята. Голосуем за енот. Чекай, чекай. Серега, мне тебя искренне жаль. Ты был хорошим человеком. Я, кстати, рядом с тобой, Димас, летаю. В электричестве. Ты мертв. Молчи, ты мертв. Что? Ты мертв. Так, а кто же убил? Давайте подумаем. Серега, я тебе говорю, он подсык. Все, прогнали. За кого? За подсык? Классно, когда выкидывают невиновного. У меня какая-то радость берет. Мне кажется, это мой папа, потому что он так подозрительно молчит, он обычно всегда разговаривает, а сейчас он молчит. Так это надо молчать в этой игре большинство раз. А ты сказал, что мы будем говорить, мы не будем произносить ники. Я не произносил ники. Он
постоянно говорит, как... Вы что, мочите? Вы зачем это сделали? Боже, только сказал, что я не люблю, когда вы кидываете невиновного человека. Ну нафига вы это сделали? Молодцы просто. Ну нафига вы кидываете? Доброго... Господи. Вы голимые, выкинули доброго человека. Серега, лета как и я теперь. Это Ярик, я вам уже просто... Я знаю, что за убийцу нельзя говорить, обсуждать. Ну... Так тупо меня выкинуть в космос. Здорового, больного, нездорового человека. Вот что это сейчас было? Молодцы, вот это Ярик, я так и знал, что Ярик... Так потому что он меня захотел наслить. И я думал, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!